Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Чемпионат дружбы народов по мини-футболу прошел в Самаре. Баскетбольная Самара готовится к матчам плей-офф Суперлиги. Первый соперник – клуб «Рязань». Первый круг соревнований пройдет до трех побед одной из команд. Самара начнет серию в гостях 4 и 5 апреля. 8 и 9 матчи состоятся на родном паркете, а если полуфиналист не определится в Самаре, то решающая игра пройдет в Рязани в день космонавтики. Самара в регулярном чемпионате заняла 5 место, соперник – 4. У нас последний шанс, чтобы в этом сезоне пройти и занять достойное место. Хотя, конечно, в этом году больше борьбы, чем в том году. И то, что у нас ушло 3 ведущих игрока, это, конечно, заметную роль сказалось на построении команды. Каждый год строить заново команду – это очень сложно. Больше 20 команд разных национальностей сошлись на турнире «Дружбы народов». Киргизы, туркмены, башкиры, татары, азербайджанцы, казахи. Список неполный, но по размаху соревнований уже претендуют на мини-чемпионат мира. Кроме того, на областное первенство по мини-футболу свои команды выставили сотрудники прокуратуры, полиции и службы миграционного контроля. Традиционные участники и студенты-иностранцы. В такой многонациональный футбол в Самаре играют уже 6-й год. Никаких различий нет между игроками. То все, как всегда, играют. Спорт объединяет. Объединяет всех. Все говорят на одном языке на поле, поэтому нет каких-то проблем в этом плане. В финал соревнований вышли сильнейшие. Бронза досталась азербайджанской команде «Лассо», второе место – УФМС. Татарская «Дель» выиграла турнир «Дружбы народов» в третий раз. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.